For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah, Арнгейр должен рассказать мне про этот крик. Правда, есть некоторые проблемы. Получается, дельфина не совсем долюбливает седобородых в принципе. Седобородые, возможно, тоже недолюбливают клинков. И вот если нам внезапно придется работать вместе, а это очень может стать так просто потому, что у нас есть одна цель, и мы должны ее достичь любым путем, потому что иначе этой земле просто как бы будет все. Потому что Алдуин жив, Алдуин — это величайшее зло, которое когда-то не убили. И сейчас повторяется то же самое. Нам нужно, блин, собраться. Всем вместе. Клинки, седобороды, я, Довокин. Арнгейр. Есть дело. Ты быстро учишься, Довокин. Мне нужно изучить крик, которым некогда победили Алдуина. Кто тебе такое сказал? Кто говорил с тобой? Клинки помогли мне узнать о нем. Клинки, конечно. Они всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Понятно, они тоже не любят их. Судная самонадеянность не знает границ. Они всегда хотели отвратить драконорожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков. А они будут использовать тебя в своих целях. Клинки просто хотят победить Алдуина, а ты нет? Неважно, чего я хочу. Этот крик уже использовали в прошлом, верно? И вот все началось сначала. Тебе не приходило в голову, что Алдуину не суждено поражение? Те, кто одолели его в давние времена, только отсрочили день расплаты. Они его не отменили. Если миру приходит конец, да будет так. Пусть он погибнет и возродится. Значит, ты не поможешь мне? Нет, не сейчас. Тебе нужно вернуться на путь мудрости. Как мне здесь... Довокин, погоди. Прости меня, я не сдержался. Я позволил эмоциям затмить мой разум. Мастер Эйнард напомнил мне о долге. Не мне принимать решение, помогать тебе или нет. Ты можешь научить меня этому крику? Я не могу научить тебя этому крику, потому что не знаю его. Он называется «Драконобой», но его слова силы нам неведомы. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место в пути голоса. Чем так плох Драконобой? Он был создан теми, кто на своей шкуре познал невообразимую жестокость драконьего культа Алдуина. Вся их жизнь была проникнута ненавистью к драконам. И они воплотили свой гнев и ярость в этом крике. Но моя задача, как Довокина, и убивать драконов? Ты принимаешь его в
само свое естество. В каком-то смысле ты становишься криком. Чтобы изучить и использовать этот крик, тебе придется принять в себя зло. Если секрет крика потерян, как тогда мне победить Алдуина? Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос, если захочет. Кто он? Он наш вождь. Он превосходит всех нас в мастерстве голоса. Тогда мне нужно поговорить с ним. Ты не был готов. И все еще не готов. Но благодаря клинкам у тебя появились вопросы, на которые может ответить только Партурнакс. Почему ты меня еще с ним не познакомил? Он живет в уединении, на самой вершине горы. Он редко... Еще выше лезть. И никогда с чужаками. Встреча с ним... Ну так я не чужак, я Довокин. Как мне попасть на вершину горы и увидеться с ним? Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем. Мы научим тебя крику, который откроет путь к Партурнаксу. Нифига себе, с чужаками он не разговаривает, а я ему типа чужак? Мы с ним еще ни разу не встречались, но... Я Довокин, мать твою. Да, дельфина, конечно, не будет рада, но нам придется все-таки работать с седобородыми в любом случае. Они располагают теми знаниями, которые нам просто необходимы для того, чтобы победить Алдуина. Это то есть вот там вот еще выше, прямо вот там вот на самом кончике или где? На самом деле, внушительно выглядит. Это, я так понимаю, та заслонка, которая не дает мне пройти к нему. Вот эта буря. Ну и как же? Угу. Чистое небо. Ого. Локва-кор. Три слова. Я постараюсь. Хорошо, так, чистое небо, да? Лучше сохраняться. Так, ну... Ай! Лук, вау! Меня аж пошатнуло. Кстати... Дюрневир. У меня есть три души дракона, я могу полностью выучить вызов Дюрневира. Я хочу его вызвать. Я думаю, что пару раз я его позову. Потому что он... Ну, блин, типа, Дюрневир, он очень будет полезен, особенно в случае, если мне придется с кем-то сражаться.
скажем, с Алдуином, да? Дракон на дракона. Почему бы и нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сзади тоже, так, понял. Мне, видимо, чистое небо несколько раз потребуется. Лук, то, конечно, насколько потрясывает, это, конечно, неплохо. Блин. Ну да. Давай. Лук, паку! Серьезно, так... От холода умерла, наверное. Да. Да господи, я даже не подошел еще. Как же потрясывает. То есть, подожди, чистое небо... Ого, здравствуйте. Вот, вот, в принципе, да, что-то такое я ожидал. То есть, вообще, в принципе, крик поможет мне очистить, ну, небо, ну, логично, небо. А я могу, например, таким образом, допустим, дождь выключать, не знаю. Там есть еще одна херня, да. А, давай. Подожди, бич драконов не заряжен? Да, он не заряжен, а я не попадаю. Понял. Ай, стрелы изгоев. Вот так вот. То есть, меч, который я нашел в сраном... около стены Алдуина, который там находился на протяжении нескольких сотен лет, который никто не трогал, внезапно оказывается разряженным. Неплохо. Как он может быть разряжен, вообще не понимаю. Если реально это меч, который... Ну ладно, короче. Который никто не трогал все это время, он не мог разрядиться просто, ну никак. Да вы задолбали появляться. Ах ты, вот падаль. Её фиг увидишь. Но ледяное привидение с луком Урели — это хорошее сочетание. Они любят огонь. Парторнакс, когда я до тебя дойду, я пересчитаю тебе все пальцы. Серьезно. И на руках, и не только на руках. Может, зуб по зубам еще пройдусь. Потому что подниматься в такую жопень... Это-то, конечно, спасибо. Как же трясет-то после этого? Самого, сам использую, самого трясет. Вот она мощь. Глотка мира. Это, простите, здесь должно было быть когда-то слово силы. На... А, подожди. Приветствую, Вундуник. Я Партурнакс. Кто ты? Что привело тебя на мою струнма, мою гору? Я... Ты предводитель седобородых? Они считают меня учителем. Вултоник. Старым и мудрым. Хм. Верно. Я стар. Скажи мне... Зачем ты здесь, Валан? Зачем ты прерываешь мою медитацию? Мне нужно изучить драконобой. Ты можешь меня научить? Дрэм, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов.
По давней традиции, сперва говорит старейший. Говори. Я тебя не задерживаю. Слушай мой дум. Ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довокин. Почему вы так любите по мне? Слово зовет тебя. Иди к нему. Нифига. Так они у меня еще не появлялись, конечно. Да, Довокин. Йом, пойми огонь, как его понимают дома. Теперь покажи себя. Приветствуй меня не как смертный. Но как Дов? Издеваешься? Ты сам попросил. А, да. Сорседов Лосмуль. В тебе сильна кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Ой. Меня, кстати, интересуют группы. Ну ладно. Итак, тебе удалось найти меня. Нелегкая задача для Йо. Смертных. Даже для тех, в ком течет Дова Сош. Кровь дракона. Чего ты хочешь от меня? Я же тебе сказал уже. Можешь научить меня дракона бою? Я ждал тебя, Брода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвак со старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Только что сказал. Седобороды никак не пускали меня к тебе. Да. Они очень боятся за меня. Балан Фадонны. Но я не знаю ту ум, который ты ищешь. Кросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Зашибись. Твой род, Йоре. Или смертные создали оружие против Дов, драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Как же мне тогда выучить его? Дрэм, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот ум? Мне нужно остановить Алдуина. Да, Алдуин, Зейма, старший брат, одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина? Ну, пророчество гласит, что только драконорожденный может остановить его. Верно. Но Квастид, пророчество говорит о том, что может быть, а не о том, что должно быть. Квастид Салуак. То, что ты можешь что-то сделать, не всегда значит, что нужно это делать. У тебя нет других побуждений к действию, кроме веления Рока? Ты только игрушка в волнах Дез? Судьбы? Я не верю в судьбу, но я остановлю Алдуина. Итак, возможно, твоя судьба исполнится. Кто знает?
Дезмот Махус. Судьба ускользает даже от дов, оседлавших потоки времени. Алдуин верит, что он победит, и не без причин. Рокмул. И он не глуп. Ни Мэй, Рини Гуднолл совсем нет. Вначале он был самым мудрым и прозорливым из нас. Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие, Кросис. Теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете Глоткой Мира? Я ничего об этом не знаю. Это самая священная гора в Скайриме. Сокрывак Струнма. Великая гора мира. Здесь древние языки. Первые смертные мастера голоса вызвали Алдуина на бой и одолели его. Использовав крик дракона бой, да? И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслан. Это был Кел, древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Ты говоришь, древние норды отправили Алдуина в будущее? Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек, исчез навсегда. Нейе. Но я знал, Титбо Аматиф, время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Как это мне поможет? Тит Крен. Время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидаран, временному разрыву, с древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь... попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать драконобой у тех, кто его создал. Вау. А у меня же есть древний свиток. А у меня есть... А, подожди. Древний свиток есть у меня. Он у тебя, Кел, древний свиток, Титкре Квалос. Время дрожит от его прикосновения. Это несомненно. Тебя ведет судьба, Коган Акатош. Сами кости земли в твоем распоряжении. Когда... Тогда иди, исполни свое предназначение, отнеси свиток к временному разрыву. Когда мы с Сираной искали свитки, это один из них, да? Не мешкай, Алдуин идет, он не пропустит этих знаков. То есть, вот свитки, вот, дракон.
Мне нужен был кровь или солнце, не помню, но у меня есть вот этот цветок дракона, он мне нужен. Офигеть. И ведь фишка-то в том, что я теперь, видимо, знаю, почему я не могу выкинуть тот или иной свиток, просто потому что каждый из них используется в каком-то другом месте. То есть, если я сейчас здесь встану и прочту этот свиток... Я не могу двигаться. Точнее... Это дракон. Сегодня власть Алдуина будет восстановлена. Но твоя смелость достойна похвалы. Крифотокрин. Теперь умри напрасной смертью. Ну убейте вы его. Я не могу помочь им никак. Тот, который сейчас у меня в руках.
Получилось! Получилось! Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. В смысле победить Алдуина? Я теперь знаю... Драконобой. А у меня есть идея. Сейчас у меня... Тебе понравится. А ну-ка иди сюда. Дюрнивир! Помоги! Дюрнивир! Дюрнивир, не до этого! Помоги мне! Второе слово, так, первое слово чего, простите? Разрыва души. Разрыв души. Ваш тум прорезает плоть и рассказывает душу, подчиняя волю павшего. А я не могу. Давайте, ребята, у нас тут два дракона и Довокин. На какого-то урода. Я не наношу ему урона. Мне очень долго после вызова Дюрнивира откатывается. Ты можешь просто нахер сдохнуть? До свидания. Ты жив еще? А, стеклянный еще есть у меня. Ну да. Ты такое говно, я тебя так ненавижу, ты себе не представляешь просто. Капец. Я сейчас подведу итоги. Я это вырезал, но я вам подведу итоги. Первенец Акатоша, Мулаг и Зоклот. Никто не в силах убить меня здесь. И ты тоже. Тебе не справиться со мной. Я переживу вас, смертных. Серьезно, учитывая, что он как бы сейчас еще выживает. Тебя голос, как у дома. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Какая же тут победа, раз Алдуин ускользнул? Нили Врахин Мора. Верно, это не окончательная Кронгра. Победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-бар. Он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Мне нужно узнать, куда улетел Алдуин. Да. Один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного Дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Ну, Яро Вайтрана может не согласиться. Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. А, драконий предел построили, чтобы держать там дракона? Да,
Это было сотни лет назад, ты же понимаешь. Тогда нас было больше. Прежде чем бруники, аковирцы пришли и перебили всех моих Зейма. Я заглядывал к нему время от времени, почти обезумевшему от одиночества и плена. Тирас-Сивас. Он даже забыл свое собственное имя. Я не знаю, как его смогли поймать, но Брун-Юн, Ярл, очень гордился своим зверем. Пак. С тех пор Хофкас-Июн стал называться Драконий Предел. Окей. Сумарко. То есть мне сейчас к Ярову Вайтрану. Опять Вайтран. В общем, сейчас небольшое отклонение от атмосферы. В любом случае, сейчас бы закончилась серия, поэтому я вам по-быстрому расскажу, что тут произошло вне того, что вы видели. То есть очень много оказалось вырезано, где-то примерно минут 20. Фишка в том, что я долбил этого дегенерата. Кстати говоря, надо поставить в настройках другую сложность, потому что я реально уже понизил, потому что слишком долго это было. Смысл в том, что теперь у меня осталось всего лишь 2200 стрелы, при этом они стеклянные. То есть, как бы, сколько у меня было стрел до этого момента? Ну, помните, да, примерно там где-то 300, около того, я думаю. Теперь смотрим зелья. Сколько у меня было слабых зелий лечения? Около 39. Окей. Я считаю это задание самым просто самым тупым в этой игре. Самым дебильным, в принципе, во всей нахер... Я не знаю, что сказать, серьезно. Это... Просто минус 25 минут жизни, потому что игра дебильная. Так, ладно, надо поднять. Я поднял уровень. Уровень я поднял, просто стреляя в него. Тупо на стрельбе. Это так ни нахер не должно быть. Так, замки. Я хочу замки просто. Незаметно взламывать. Не, вообще, конечно, в идеале прокачать скрытность на 100%. Я могу поднять одну скрытность, я могу поднять 6 раз больше урона, я могу при спринте в режиме происходит бесшумный кувырок вперед. Давай, наверное, чтобы можно было прям от меня вообще сложно обнаружить. Потом надо будет еще раз уже на 80-м, и тогда у меня скрытность будет почти полностью прокачана. Значит, стрельба у меня 65. Ну, стрельбу долго качать, на одноручное оружие, ну тут тем более я его почти не качал. Но надо будет. Там просто вообще что? Силовые атаки одноручные, 25% меньше сил. Стоимость противнику голову, провести силу в спринте, нанеся двойной критический урон. С двух рук больше урона. Силовая атака при движении назад, не знаю, типа работает как-то, ну такое там. Такие себе навыки просто. У меня есть еще скрытность, у меня еще легкая броня, которую я там почти не это, почти тоже не прокачивал. Ну у меня там получается, что тут на 50 уровень нужен, ну да, скоро он у меня будет. Взлом, там, карманные кражи тоже, я им особо не занимался, но, по сути, как бы, надо, наверное. Карманные кражи становятся на 20% легче, надо будет попробовать, наверное, тогда я смогу его прокачивать. Просто как это прокачивать? Ходить реально по городу, просто людей грабить? Ну, вот красноречие надо прокачивать, конечно, да. Безусловно. Вот, ну и, короче, как-то так. Ну, окей, значит, нам дальше держать путь к Ярову Вайтрану. Надо будет рассказать об этом Арнгейру и Дельфине. Тогда уже будем решать, как мы будем это делать.